Нешуточные любовные страсти разгорелись в Лешуконском районе. 38-летний мужчина дважды против воли бывшей возлюбленной проник в ее квартиру. Для этого даже сломал замок. Полицейский мужчина пояснил, в алкогольном опьянении желал пообщаться с 57-летней бывшей сожительницей, с которой расстался по своей воле. Теперь влюбленному злоумышленнику грозит арест до 3 месяцев. Примечательно, мужчину едва не посадили в колонию за попытку убийства возлюбленной. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Двадцатилетний северодвинец признан виновным в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью. Напомним, все произошло в прошлом году на улице Республиканской. Молодому человеку не понравилось, что выпившая, незнакомая женщина попросила у него деньги и покурить. Обвиняемый избил 46-летнюю жертву, затем затащил ее на пустырь, изнасиловал, убил и украл украшения на 6 тысяч рублей. По версии следствия, обидчик нанес более 30 ударов руками и ногами. Женщина скончалась на месте. Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счет возмещения морального вреда в пользу дочери погибшей с него взыскано 1,5 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично. Более 5 килограммов наркотиков и психотропных веществ изъяли областные полицейские. Задержали членов преступного сообщества. Всего 10 человек. По версии следствия, наркотики они распространяли по всему региону через интернет. Всем фигурантам уголовного дела грозит наказание вплоть до пожизненного. Сейчас полицейские разыскивают других членов преступного сообщества, а также его организатора. То ли от невнимательности, то ли от незнаний правил дорожного движения водитель легковушки мчится по встречной полосе. Эти кадры сняты на выезде из поселка Васьково Приморского района. Возможно, водитель бы и перестроился в нужную полосу, вот только отбойники помешали. Впервые в Архангельской области нашли японскую гранату времен Второй мировой войны. Необычный бочонок обнаружила жительница острова Кега в огороде. Взрывотехники установили, что это осколочная японская граната типа 97. Специалисты рассматривают несколько версий. Одна из них – участник боевых действий в Японии в 1945 году привез гранату домой как сувенир. Опасный боеприпас отправили на утилизацию. О подобных находках просят сообщать по номеру 112.